Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Хочу пригласить вас сегодня на северо-запад Руси, в Псковский край. Земля эта древняя, святая. Многих праведников и подвижников явила она миру. Здесь родилась равноапостольная княгиня Ольга, которую издревле на Руси называли начальницей веры и корнем православия. В Псковском Кремле стоит величественный Троицкий храм, который основала святая Ольга. Да что и говорить, великое множество святынь хранит в себе эта земля, какой уголок ни возьми. Западнее Пскова, почти у самой границы нашей страны, стоит знаменитая Псково-Печерская обитель. На протяжении многих столетий мощные стены этого монастыря-крепости надежно защищали рубежи нашего Отечества. И не только материальные, но и духовные. Да это понятно, ведь сама Матерь Божья взяла под свой покров эту обитель. Стоят здесь прекрасные храмы – Михайловский, Покровский, Благовещенский. А главный – пещерный, освящен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Он был выкопан в песчаном холме в XV веке. Издавна отовсюду приходят люди в эту святую обитель для того, чтобы помолиться перед чудотворными иконами Матери Божией – Успение и Умиление. Прославились эти две иконы в XVI веке, когда пришла на псковскую землю беда. Город обступили полчища польского короля Стефана Батория. Вначале Стефан Баторий послал большой отряд на Печерский монастырь, но поляки не смогли захватить обитель. Защитники храбро сражались и, главное, молились перед чудотворными иконами Матери Божией, уповая на ее заступничество. Ничего не добившись у стен монастыря, Стефан Баторий решил пойти приступом на Псков. Узнав об этом, архиепископ вызвал из Печерского монастыря игумена и велел ему принести чудотворные иконы Богородицы в Псков. С молитвой на устах готовились к бою псковичи. И вот за несколько дней до начала осады было чудесное видение иноку Псковского Покровского монастыря, старцу Дорофею. Сидел он в сенях своей кельи и горько плакал о бедствии города. Вдруг видит, необыкновенный столб света возвышается до неба над Печерской обителью и идет к Пскову через реку Великую. А в этом свете шествует сама Царица Небесная. Богородица остановилась на городской стене, а перед ней предстали русские святые, благоверные князья и святители. С великим благоговением преклонились они перед Богородицей и воззвали: «Пресвятая Владычица, не прогневайся, помолись Сыну Твоему и Богу нашему за город Псков и за людей согрешивших». Тогда Богоматерь позвала к себе старца Дорофея, и он в то же мгновение увидел себя у ног Богоматери. Повелела она принести на городскую стену ее чудотворные печерские образы и сама же указала, где поставить пушки. Дорофей исполнил повеление владычицы. И вот каждый день стали совершаться крестные ходы на городскую стену с чтимыми иконами «Успение» и «Умиление». Подумать только, 5 месяцев неприятель осаждал Псков, целых 30 раз штурмовал Кремль, но города так и не взял. В один из приступов от сильной пальбы в городской стене образовался большой пролом, завязалась жестокая битва. Тут же послали за чудотворными иконами, чтобы принесли их к месту битвы. В это время произошло неслыханное чудо. Неожиданно к пролому в стене подъехали на конях 3 инока Печерского монастыря. Раньше они были храбрыми воинами, но только они давно уже почили. Теперь же пришли на подмогу псковичам. Крикнули они ослабевающим в битве воинам: «Не бойтесь, братья, станем крепко, устремимся все вместе на вражескую силу. К нам на помощь идет Богородица и все святые».
Это окрылило упавших духом ратников. С радостью они воскликнули: «Друзья, не предадим небесной нашей владычицы, не предадим города Пскова. Умрем вместе за Христову веру и за православного царя». До самой ночи продолжалась упорная битва. В тот день поляки покинули окрестности Пскова. Да и могло ли быть иначе? Ведь сама Царица Небесная покровительствовала Псковичам. С тех пор ее образы Успения и Умиления стали особо почитаться на Псковской земле. Многими чудотворениями прославила Пресвятая Богородица эти дивные иконы. Не случайно празднование им совершается несколько раз в год. Один из этих дней как раз сегодня. В Псково-Печерской обители, да и во всех православных храмах прославляют сегодня Матерь Божию, нашу Небесную Заступницу, и чествуют ее чудотворную икону Умиления. Я поздравляю вас, друзья, с этим праздником и желаю вам всего самого доброго. Храни вас Господь и Матерь Божья.